Привет всем! Мы команда «Божья коровка». Я капитан Краева Дарья, певица, фотомодель. И просто красавица. Наша команда играет в футбол. Мы хотим привлечь молодежь к социальному проекту, направленному на то, что все люди должны заниматься спортом, нет наркотиков, и помочь молодежи найти правильный путь в жизни. Мы играем в футбол каждое воскресенье на стадионе «Луч». Приходите, пожалуйста, на наши игры и поддержите нас. Меня зовут Сорокин Анна, я профессиональная телеведущая и диктор. А канал Анна у вас какой? А у меня много очень. Ну, это просто так. Я везде знаменита. Так, теперь... Здравствуйте, меня зовут Драголюб Анастасия, я профессиональная актриса и режиссер. Ну, просто красавица. Так, просто... Что добавить? Так, театр, роли, рассказывай. Работала я в театре, в Петербурге, театр 38.8. В Москве я работала, театральный особняк, тоже театр. Сейчас, в данный момент, не работаю в театре, снимаюсь в кино. Вот буквально в понедельник у меня... Начинаются съемки нового проекта, исторический фильм «Софья», где я буду служанкой Софии. Ну, прекрасно. Это прекрасно, здорово. Теперь еще одна Анна. Да, еще одна Анна. В общем, моя жизнь на самом деле наполнена разными событиями и профессиями. Я работала стюардессой, я была управляющей гостиницей. На данный момент у меня свой бизнес, и также я работаю фотомоделью. Снимаюсь периодически в разных интересных и неинтересных передачах. Вот. В общем, веду очень полноценный образ жизни. Также в футбол играю уже давно, с прошлого года. Такое ощущение, что капитан сказал слишком мало слов. Нет, капитан сказал достаточно. Другой вопрос, что сказать есть многое что. Конечно. И я хочу сказать, что вы не стеснялись, не забывали. Вы профессиональный телеведущий, актриса, спортсменки. Вы не должны бояться камер. Так, Ника, теперь ты попытайся. Меня зовут Макарова Вероника. Я работаю администратором в театре «Луны» у Проханова Сергея Борисовича уже достаточное количество времени. Я закончила ГИТИС и Международную школу актерского мастерства и режиссуры при Польском театре в Москве имени Романа Мерцюка. Я, конечно, человек творческий, но тем не менее люблю спорт. И хочу также привлечь молодежь, чтобы они вели здоровый образ жизни, чтобы они стремились всегда к идеалу и добивались побед. Игра, Даша, а теперь спорт в массы. Ой, да, слушай. Ну, давай, теперь ты что-то скажи. Что я могу себе рассказать? Я с 5 лет занимаюсь музыкой, закончила школу фортепиано и сольфеджио. 10 лет занималась фортепиано, пела. А также я пела на радио «Шансоне», сдавала интервью. Я автор-исполнитель собственных песен. Участвовала в различных фестивалях в разных городах. Также участвовала на телевидении, это косметический ремонт на Муз-ТВ. В «Поле чудес» была участница, как говорится, мечты сбываются. Вот. Потом «Свидание со звездой». Также, конечно же, я выступала в различных площадках города Санкт-Петербурга и города Москвы.